Что с тобой? В смысле, что со мной? А что со мной не так? Что, гад, с тобой? Смотря как петь, ну не знаю. Колыбельные вроде поют одинаково все. Как можно колыбельную по-другому спеть? Когда поеду в обед, я в 9 проснулась, даже раньше, 8:30. Думаю, выйду в эфир, хоть на час пообедаю и поеду. Хорошо танцуешь, спасибо. Не, ну посмотрим, а вдруг там я оттуда захочу выйти в эфир. Ну я там такая замученная, капец. У меня вообще не кайф. Еще меня беспокоит то, что клещики повылазили. Опять. У меня по ноге у меня волос в прошлый раз. Вообще у меня как будто аллергия какая-то пошла. Я не знаю, может, на какую-то траву. Странно, у меня никогда не было аллергии. Ну да. Ну, он как бы под вечер именно уже, знаешь, когда я уже домой собиралась, и в тот вечер было прохладно. Вот. Ну так уже прохладненько, сколько-то времени было. Начало 9:00. И вот смотрю, он ползет один у меня по кроссовку. А я весь вечер была в шортах вот этих коротких. И думаю, никуда мне не заползли. Домой приехала, просматривала, тут-то я не вижу как бы. Привет. Вообще, по идее, да, клещи активны, первое тепло, когда появляется, май, когда не так еще жарко и такое вот как бы, по идее, в жару, вот летом их вообще не видно. Привет. Вот у матери, например, на огороде я не работаю. Сегодня вторым ногтем зацепилась. Думаю, блин, ну что за приколюха, да? То не цеплялась, то вторым ногтем сегодня зацепилась. Думала, что второй отвалится. Что такое происходит? Алиса дальше. Ну, какое-то везение. Не сломался. Цепанулась просто. И такая сразу думаю, господи, как бы не сломался. Мне такого никогда не было раньше. Я же говорю, ногти не ломаю вообще, по сути. А это сегодня бабах. Опять. Вот, да что ж такое. Не пойду делать больше. Обрежу их просто и все. Я буду без ногтей ходить. Thank you.
дальше. Ой, блин. Евка. Я крыс забыла покормить. Блин, я есть захотела. Ну его нафиг, Олежа. Привет, привет. Сейчас бы круассанчик был с этим. С клубничным вареньем. Или... Вы любите эклерчик? Чайник у тебя электрический? Ни хера, у меня не электрический чайник. Вернее, он есть, но я не... Так, жрать быстро.